Вместо должностей – роли. Участники школы мастеров пробовали себя в качестве финансовых директоров, главных инженеров, поставщиков оборудования, президентов компаний, рабочих. Для мастеров довольно важно понимать, как процесс управления происходит сверху, во всех его аспектах. И без данных знаний, хотя бы на каком-то первоначальном уровне, довольно сложно понимать, как вообще работает производство и работает компания и бизнес-процессы в целом. Каждое действие – это опыт, который помогает осознать свои сильные стороны и зоны роста, научиться выходить за рамки привычного. От этого обучения хочется больше взять опыт и дальше донести своим рабочим, как правильно организовать работу, чтобы не потерять производство. «Металлоинвест» реализует программу цифровой трансформации бизнеса «Индустрия 4.0». И ее успех во многом зависит от вовлеченности всех сотрудников, их умения использовать в работе инновационные подходы и новые инструменты. Лидерам перемен необходимы революционные знания. В прошлом году в компании стартовал обучающий проект для топ-менеджмента и линейных руководителей «Институт лидеров производства». Школа мастеров является его логическим продолжением. Вы со своими руководителями будете разговаривать на одном языке, и вы будете потом передавать свои знания и навыки своим сотрудникам. Участниками программы «Школа мастеров» стали более 1800 сотрудников предприятия «Металлоинвеста». Они пройдут 5 обучающих модулей по формированию безопасной среды на производственном участке, развитию бизнес-системы, управлению персоналом, производственному менеджменту и инновационному мышлению. По окончании обучения участников ждет оценка по компетенциям, основная цель которой – выявить кадровый потенциал компании. Также для них будут организованы мероприятия по обмену опытом на комбинатах «Металлоинвеста» и других предприятиях горно-металлургической отрасли страны.